Сказал, не трогай ролик. Как по снегу пролетел. Она грязная. Не трогайте. Ты свернешь мне под ноги. Сколько не сил в пурпурный свет. Я в календарь, я в календарь порву на клочья. Я выпрыгну. Вау, а покажи. Лови. Вон наша палатка стоит. А мы играем здесь. Чуть выше здесь ловятся. Давай, кидай. Вух. Как сильно. Теперь ты лови. Я подам. Стой. Два. Три. Давай. Всем привет. Ведем репортаж наш с Каскелинского ущелья. Приграничная зона. Сакские бани называется место. Вот, с роликом играем. В эту тарелочку. Опа! Не поймал. Выбрались с ночевкой. Будем ночевать сегодня в палатке. Так. Здесь ночью не будет холодно. Похоже, так же. Вот так вот. Вот так вот, пап. Оно совсем похоже на это. Какой счет? Что? Какой счет? 3-2? Да. У меня 3. Ага. Так. Ну, а теперь я должен забить. Вот два дерева. Нужно попасть тарелка между ними. Вот так вот, чтобы реально было. Вау! 3-3. Давай, беги за тарелкой. Еще два гола. Да, играем до 5. Пока у нас ничья 3-3. Да. Ну еще будет 3 раунда. Да, 3 раунда будет. Если у меня будет. Если я 2 раунда выиграю, тогда я, значит, выиграю. Ага. А если 3 раунда выиграю, тогда. Хорошо. Погода шикарная, шикарная, шикарная. Скоро солнце уйдет, через 15-20 минут, и будет прохладно. Надо будет топить костер. Давай, 3-3, твоя очередь. Вау, 4-3. Кто же выиграет? Ну давай. Да. Вау!
ты выиграл? Нет, еще. Первый еще... раунд ты выиграл, да? Да. Осталось еще два раунда. Давай. Проиграл в первом раунде. Ага. Я первый кидаю. Почему? Что? Я почему первый кидаю? Потому что ты-то проиграл. А, в первом раунде я проиграл, теперь я буду кидать первым, да? Да. Ну давай, теперь-то точно я выиграю. Ай. Давай, бери. Угу. Так. Картошка. Ага. Надо было поймать. 1-1. Давай, теперь я. Я только один раз не угадал. Ага. Давай. Паутину поймал. Так. Вот идет у нас третий день нашей ночевки в горах. Че ты врешь? Четвертый, ладно. Вот тут. Сегодня приехал. Папа, Вася, какая. Папа, Вася, зря. Вот так вот, это держит наша мамаша. Всем доброе утро. Мы решили переночевать сегодня. И вот. В Перми. Время 6:45. Готовим себе завтрак. Чайник подогреваем. Дети еще спят. Ворован проснулся. Пока они проснулись, надо подготовить к нам завтрак. Через 15 минут восход солнца. Надеюсь, потеплеет. Ночью было прохладно, но терпимо. Встречаем рассвет. Зайти солнце. Пока его нет, еще прохладно. Немелько ночью описился. Пришлось в машину отнести вещи. Посушить сейчас их придется. Потом опять одеть. Так как запасные мы взяли с собой. Палатка замаскирована хорошо у нас. Прям под цвет осенних листьев. Ветер, правда, ночью был. Пора покупать мешок для Эмильки. Отдельный. А то у нас всего трое мешков. А нас уже четверо. Вот. Готовим наш завтрак. Пойдем посмотрим,
поживают наши гости. Открываем. Ну что, доброе утро. Да. Доброе утро. Как дела? Выспались? Да. Вот там, где мама телефон. Лови! Лови! Карапуз. Говно упал, нет? Нет, надо не было. Можно схватить играет. Куда ты катишься? Привет! Сегодня уже 20 октября. Мы приехали 13-го. Да что ты врешь? Врушка отсидеть всего. Мы приехали 19-го, уже 20-е. Переночевали, ночью было тепло, никто не замерз, никто не умер. Ага. Холодно было, очень холодно. Витька опичился. Ты ночью не замерз? Нет. Видишь, и я не замерз. А мама только замерзла, потому что мама спала под самым толстым одеялом. Поэтому вот так вот. Эмилька до сих пор не вылазит из палатки. Лежит там карапуз. Разве бывают белые лошадки? Вик, Сианка, Асанка. Да. Вик. А вот еще лошадка, маму. Смотри, там еще лошадка два. Вик, а Клей, маму. Что?